Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня закупка продуктов из магазина «Лента», и доставил мне этот заказ Сбермаркет. Снова, кто смотрит мои влоги, тот знает, что мы сейчас находимся на карантине, потому что мы с мужем заболели тем самым, чем сейчас болеют все, этим вирусом. Вот, и, соответственно, мы на карантине до следующего теста. До следующего отрицательного теста, я бы так сказала. Поэтому вот такие вещи, как доставка, это не только помощь, но и в таких моментах, да, когда болеете, заказать и все привезли на дом. Мы сейчас находимся все дома, соответственно, никуда не ходим, полностью сидим на изоляции дома, и, соответственно, ну, на кухне у меня постоянно кто-то обретается. Вот, поэтому заказали здесь много всяких, скажем так, перекусов, я не знаю, как это правильно назвать. В общем, вкусненького много всего заказали, потому что, наверное, хочется. Не только моим мальчишкам, на самом деле, но и мне. Вот, и заказ мы делали, то есть сделала я заказ, сказала всем, что я сделала заказ, и мои уже там добавили, кто чего хочет. Вот, так что какой-то такой совместный заказ у нас получился. Чек будет, как всегда, в конце видео. И так как я чек вам показываю со Сбермаркета, сумма общая, она на самом верху, а дальше уже идет список продуктов. И цены, к сожалению, рисую не я, именно они такие, какие есть. Ну, к сожалению. Вот, ну давайте уже начну показывать закупку. Вот такая вот закупка у меня получается. Конечно же, я кое-что купила своим хвостатиком, которые уже устали все проверять. Вот. Во-первых, купила вот такой теперь наполнитель, предыдущий лентовский. Ну да, он не комкуется, но я не скажу, что он мне прямо сильно не понравился. В общем, решила взять вот такой попробовать, так как я сейчас особо нигде не гуляю. Ну, в общем, потом петшоп, когда буду делать заказ, ну, своим животным, всякие корма и так далее, я потом там еще какой-нибудь посмотрю. Вот, но если у вас есть животные, и вы приобретаете какой-то наполнитель, который вам нравится, напишите, какой. Мне там написали зоо, ну, в общем, я отметила уже себе, я с удовольствием отмечу, попробую, какой подойдет моим питомцам. Вот, также им еще купила вот такие, я как-то покупала вот эту марку Брит, в принципе, кстати, про нее у меня ветеринар ничего плохого не говорит, сказал, что, ну, нормально, вот, купила, ну, так сказать, в запасы, в НЗ, я это называю, чтобы у меня уже были 3 баночки для собак, говядина печень, говядина сердце, и здесь сердце, печень. Неплохие, кстати, и консервы, и сухой корм. Но у меня сейчас роял канин едят. Роял канина в ленте нет, поэтому, ну, в общем, купила, да. Здесь у меня ополаскиватель, да, вот такой взяла по акции, там какой-то был. И зубную пасту, вот такой биокальций с плата, это мне дети любят. А себе я взяла вот такой блендомет 3D White, тоже он, по-моему, по акции был, я уже не помню, в общем. Ну и давайте дальше основную закупку. Как всегда, я уже в предыдущем видео показывала, все было хорошо упаковано, продукты все вообще, как будто я лично сама набирала их, очень мне нравятся, отборные прям. Вот, еще и, кстати, по каким-то позициям, вот, например, авокадо, я там одно заказывала, мне девушка позвонила, которая собирала, и сказала, что не очень хорошая, давайте я вам заменю на другой. Заменила мне, положила, я говорю, ну тогда давайте 2 штучки. Ну, они такие не мягкие, жестковатые, вот, ну, полежат, и я знаю, что они должны в темном месте полежать с яблоком или с бананчиком и станут мягенькими, вот. Так что, ну, такие хорошенькие она выбрала, в общем, молодец. Так, давайте начну я все-таки отсюда с мяса. Была по акции свининка, окорок, 239 рублей. Решила взять, ну, там потушу, может, шашлычок, да, если получше станет нам, сделаем на улице шашлык, вот, как будем себя развлекать по-всякому. Также я взяла вот такой хек, филе с кожей, либо сделаю запеканку, либо рыбные котлетки, одно из двух. И взяла фарш говяжий, выбора особо там нет, поэтому взяла вот такой лентовский, так как я, в принципе, лентовский покупала не первый раз. Правда, вот такая упаковка по 400 грамм только, но ничего страшного. И я взяла не просто так, смотрите, девочки, что я взяла. Буду делать, обязательно буду делать. Я не знаю, я... Это дата изготовления, да? Никогда не делала.
Вот, почитаю в интернете, посмотрю. Но буду... Вообще говорят, что нужно с бараньим фаршем делать. Но у меня баранину не любит муж вообще. Поэтому я буду делать с говяжьим фаршем. Вот как-то так. Ну, и еще маринованный имбирь. Вот, взяла. Так, это я взяла своим девчонкам. Так, я сейчас мясную лавку свою не езжу. Они у меня привыкли, что мама что-то вкусное дает. В общем, купила им сердечки. А в ленте они стоят, конечно же, дороже, чем вот в лавке, которые я покупаю обычно. Но ладно, купила. Немножко побалую своих девчонок. Дальше у меня здесь... Снова взяла вот эти сосиски. У меня спрашивали, как они, понравились или нет. Понравились. Они очень такие... Ну, прям нежненькие такие, вот, молокуши. Молокуши, правильно, да, ударение на «у». Вот, очень, кстати, классные. Нам понравились и с капусточкой их тушить, и куда-то добавлять, и, в общем, классные. Также взяла вот такую колбасу. Папа может сразу большую упаковку. Давайте здесь напитки. Соки, как всегда, лимонады, как всегда. Вот, и здесь еще купила сливки, такие 10%, ну, тоже что-то готовить и так далее. Вот, сметану, 15% домик в деревне, и мунельки купила. Вот это я купила мужу, он у меня любит такой, ну, я тоже попью апельсин, имбирь, мандарин, должно быть вкусно. А вот это я купила детям. Я просто помнила, что вот эти упаковки обычно по 6 штук, вот, но здесь оказывается по 4, ну, я хотела сразу упаковку, ну, ладно. Вот такие вот деткам. Вот такие вот. В общем, попробуют. Это тоже у меня дети, и я тоже, кстати, с удовольствием ем. Вот это вот Даниссимо очень вкусное. Вот эти вот именно, как бы с карамелью такое. Вот эти вот прям вообще очень вкусные. Ну и такие тоже с шариками. Прикольно. Докупила еще масло сливочное тоже. Вот это вкуснотеево почему-то не было вот, да, когда я заказываю через вот это приложение, не было большой упаковки. Я бы взяла сразу большую, потому что и на выпечку хорошо там печенье какие-то сделать, и просто поесть. Ну, в общем, взяла маленькую, докупила. У меня сейчас с прошлого раза осталось, но я уж взяла впрок, скажем так. Так, вот такой вот творожный сыр мусс. Мне кажется, мы такой не пробовали, но вообще президент вот эти вот хорошие, вкусненькие. Дальше здесь у меня хлебобулочные. Давайте, купила вот такой хлебный дом. Дальше вот такой дарницкий хлеб лентовский. И еще хлеб тостовый тоже лентовский. И здесь сразу купила еще нут. Вот такой. Первый раз, кстати, увидела. Что-то в ленте я не обращала внимания вообще. Вот. Что-нибудь тоже приготовлю вкусное. Ну, горошек тоже на всякий случай, вдруг какой-нибудь салатик. И вот эти несквики очень нравятся моим детям. Старшему нравится с бананом, младшему с шоколадом. И еще я докупила вот такое. Вообще, вот эти завтраки очень вкусные. Именно вот эти Любятово, как и печенье Любятово, тоже очень вкусное. В общем, я им еще такое взяла дополнительно. Еще у меня здесь затесались пепперони. Что-то я их не туда положила, ну ладно. Вот, и пепперони, кстати... Очень вот эти вкусные, особенно на пиццу мы постоянно берем, мне кажется. Вот, смесь бобовых еще вот такие взяла. Очень именно вот эта смесь, мистраль, очень вкусная, идеально для суп-пюре. Вот суп получается обалденно вкусный именно вот из этой смеси. Я ее тоже очень часто беру, иногда беру просто отдельно. Да, чечевицу какую-нибудь желтую или что-то в этом духе. Вот, а иногда вот эту смесь. Но вот эта смесь очень вкусная для супчиков таких. Прям вообще очень вкусно. Так, давайте здесь по всяким вкусностям пройдемся. У меня тут их очень много. Во-первых, взяла вот такие хлебцы, потому что что-то у меня в последнее время прям вот, прям вообще они заходят. В прошлый раз мне всего лишь одну штучку привезли, потому что других не было в наличии. Ну, в общем, в этот раз я набрала других. Вот такие какие-то сырные злаковые коктейли. Потом карамельные сладенькие. Потом я еще вот такие Любятово с отрубями взяла. Они вообще похожи как крекеры, да? Вот. Но я думала, что они прям как хлебцы будут, но они выглядят как крекеры. Такие. Дальше еще вот такие какие-то корнерсы. Томат, базилик. Очень, кстати, мне кажется, прикольно на перекус. Вот, еще вот такие начо, сыр, тоже корнерсы, не знаю, там цельнозерновые чипсы,
Я так понимаю, что они типа вот таких, только более тоненькие. Да. И еще вот такие, смотрите, какие-то новые итальянский десерт. Кантучи, какие-то сухарики вот такие вот. Это тоже я взяла. Это взяли у меня уже мои мужчины. Во-первых, сникерсы сладенькая. Куда без него. Вот такие. И всякие вот, получается, у меня кириешки, хрустишки. Да, хрустишки, кириешки. Дальше вот такой арахис жареный. Вот такой без соли еще арахис жареный. Вот я еще вот такие хлебцы взяла. Вот, ну что-то они у меня заходят вместо хлеба, я их ем. Вот такие мои еще взяли. Это я себе печеньки такие взяла с тающей начинкой. Должно быть очень вкусно. Попробуйте разогреть. Видите? Вот. Еще обычное печенье, упаковку. Вот такие мои мальчишки взяли. Вот эти такие крекеры. Вафельки мы взяли. Потому что мы все тут, все сладости, мне кажется, мои подъели. Вот. И здесь еще Skittles, Miller. В общем, и Орео. В общем, куча вкусностей. Ну и, конечно, фрукты, овощи. Апельсины вот эти красные. Слушайте, кстати, почему-то они тут без этикетки. Ну ладно. Это красные апельсины. Они очень вкусные, сладкие. Прям вообще обалденно вкусные. Если у вас продается, обязательно возьмите. Также еще бананы взяла, купила. Вот такие. По 83 рубля получается они. Здесь у меня киви. Кстати, киви тоже были в прошлый раз вкусные, поэтому я еще раз взяла их. И вот это манго, вот в такой упаковочке. Не знаю, в чеке будет, наверное, видно, что это за манго. Оно такое вкусное, девочки. Оно просто вообще обалденно вкусное. И очень всем советую. Оно такое мягенькое тоже, прям вообще. Ну, по крайней мере, мне выбирают именно вот такое вкусное. Соответственно, я в этот раз взяла две штучки. Так, авокадо я вам показывала. Здесь еще взяла вот эту капусту китайскую, тоже на салатике, будет очень вкусно. И редиску еще. Правда, она по 249 рублей, но что-то тоже захотелось. И мужчины мои увидели тоже, ой, мама, редиска, надо брать. Вот, томаты по 149 рублей, ну я не знаю, какие там, хорошие, нехорошие. И снова вот в упаковке, точно такую же упаковку вот этих огурцов. Хорошие огурчики, вот, поэтому взяла. И здесь снова я взяла картофель, но я брала другой красный. Мне там позвонила девушка, которая собирает, и сказала, что он очень плохой. Она мне взяла картофель эконом. Вот, ну, я согласилась. И морковочки взяла еще. Вот, по 29 рублей, тоже это морковка эконом. Так что вот такой вот у меня получился заказ. Вот, и сейчас вам покажу чек.